Защитили диплом, расслабляться рано, нужно пройти проверку на плагиат. Причем проводить ее будут обычные пользователи. Со следующего года вузы могут выкладывать в сеть все выпускные работы студентов. При этом все права студентов на интеллектуальную собственность останутся под защитой. С таким предложением выступил президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. Он считает, что именно так можно будет узнать реальное состояние дел в высшем образовании. Ведь все смогут узнать, сколько российских выпускников написали диплом самостоятельно и понять, какие вузы действительно работают, а какие обучают лишь на бумаге.